На помосте юные гимнасты непривычно серьезные и сосредоточенные. Сегодня в качестве наставника вместо родного тренера Денис Облязин. Пятикратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, многократный чемпион России и Европы. Поэтому важно ничего не упустить. Руки можно не за голову, просто опустите. Традиционный мастер-класс начинается с разминки. Важно проработать каждый сустав и мышцу, чтобы во время выполнения упражнений не получить травму. Затем уже шпагаты, стойка на руках, опорные прыжки и кувырок вперед. Это, кстати, любимое упражнение Сайфулы Картоева. Он в гимнастике уже 2 года. По словам тренеров, мальчик подает большие надежды. Сегодня у нас акробатика. Сегодня мы учим акробатические упражнения на дорожке. Теперь мне нравятся такие мастер-классы, я жду его еще раз. Денис Облязин, на которого так хотят равняться наши гимнасты, в республике уже несколько дней. Приехал сюда в качестве судьи на первое открытое первенство СКФО по спортивной гимнастике МАГАС-2019. Решил задержаться и провести занятия с ребятами. Очень понравился мастер-класс. Я надеюсь, что он придет еще раз и научит нас. Для титулованного спортсмена такие мастер-классы – дело привычное. Он регулярно встречается с маленькими гимнастами по всей стране, передает свой опыт и делится хитростями. В нашей республике чемпион впервые. С каждой группой воспитанников занимается отдельно. Так дети лучше освоят материал. Есть большой смысл проводить мастер-классы, потому что дети смотрят, детей учат, то есть их тренируют абсолютно другие люди, не те, к которым они привыкли, а другие профессионалы приезжают, которые начинают подсказывать, они на тебя смотрят, и они тебя внимательно слушают, то есть они очень много информации от тебя получают, и это очень полезная информация, то есть, допустим, также поддержать их по-другому, как-то что-то подсказываешь по-другому. Иногда дети понимают, то есть гораздо быстрее и начинают тренироваться гораздо лучше после этого. Они будут хотеть, я хочу стать таким, как он, я хочу стать таким, как он. То есть это очень полезные вещи. Такие открытые мастер-классы – хорошее подспорье не только для маленьких гимнастов. Тренеры тоже учатся чему-то новому, берут что-то на вооружение. Поэтому надеются, что такие уроки станут привычным делом и будут проводиться регулярно. Работать с таким человеком, нам, тренерам, детишкам, очень полезен, так как этот человек повидал много в мире спортивной гимнастики, у него есть колоссальный опыт, которым он готов делиться, и которые есть мы, которые как губки готовы впитывать всю эту информацию. Гостю тоже понравилось, и вот есть устная договоренность, что это не последнее его посещение нашей республики. Вот будем в дальнейшем развивать и приглашать не только Дениса Облязина, но и его друзей, коллег и других именитых спортсменов. Уже подрастает новое поколение гимнастов. Теперь перед ними уже живой пример, на кого им нужно равняться и к какому результату стремиться, чтобы в скором времени имена ингушских атлетов зазвучали на всю страну. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.